концерн «Черри» задумал объединить поклонников марки, а для этого создал коммуникационную платформу «This Cherry, This Love», то есть «С Черри, с любовью». А все потому, что география продаж бренда уже превысила 80 стран и регионов, а армия фанатов насчитывает 9,5 миллионов автовладельцев по всему миру. На самом деле «This Cherry, This Love» — это целый комплекс мероприятий и проектов, начиная от групп владельцев в популярных мессенджерах и заканчивая совместными автопробегами. Притом открытие сезона 2021-2022 годов платформы «This Cherry, This Love» концерн «Черри» доверил первый провести России. Так, в конце августа в Москве состоялась первая встреча официального клуба владельцев «Черри Тига 7 Pro». На парковке спортивно-развлекательного комплекса «Лужники» собрались более 50 автомобилей, чтобы совершить совместный проезд по центральной части города. Так, кроссоверы с стройной колонной направились по Лужнецкой набережной, миновали Дом правительства Российской Федерации, деловой центр Москва-Сити и устремились по трассе М9 в рыболовный клуб «Золотой Сазан». Там владельцам машины, членов их семей, ожидал увлекательный турнир по рыбной ловле. К слову, по итогам соревнования было выловлено более 85 килограммов осетра и определены 10 победителей в разных номинациях. Самый быстрый улов, самый многочисленный улов, самый крупный улов и так далее. Для детей была организована выделенная зона с анимацией, шоу мыльных пузырей и батутом. Ну а вечером все гости имели возможность насладиться барбекю и обменяться опытом владения кроссовером «Черри Тига 7 Pro» в компании единомышленников. В рамках проекта «This Cherry, This Love» по всей стране пройдут и другие встречи модельных клубов бренда. В них примут участие как владельцы автомобилей, так и дилеры, которых поддержат сотрудники московского офиса марки. И еще одна новость от марки «Черри». Церемония награждения премии «Внедорожник года» принесла бренду награду. Блогерское жюри, где отбором победителей занимались известные автомобильные блогеры, признало лучшим среднеразмерным моноприводным кроссовером модель «Черри Тига 8 Pro». Бренд «Черри» — это intelligent, технологичный и, скажем так, friendly, такой дружелюбный бренд. Этим мы, наверное, и завоевываем сердца людей, потому что сколько пользователей сейчас у Tiggo 8 Pro, да, модель появилась совсем недавно на российском рынке, это был март месяц, и вот уже номинация, вот уже признание, это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Это первая победа в этом конкурсе для флагмана «Черри».